Мississippi в связи с увеличением числа в Гранд-Канаде городской совет жителям города разрешено истреблять всех голубей за исключением почтовых. За каждую сотню птиц положена награда в один. Эй, на помощь! Ты один из людей Бартоломео. Что произошло? Где он? Бандиты Сильвио напали. Забрали его. Увели вглубь квартала. На север... Покойся с миром. Не далее, как в прошлом месяце, Виконт купил у меня 300 сабель. У вас нет чести, нет доблести, нет добродетели. Неудивительно, что звезда Венеции клонится к закату. Я пощажу того из вас, у кого хватит смелости освободить меня, а все остальные сдохнут от моей руки, клянусь! Можно продавать свою честь и достоинство за пару монет. Вы понимаете, что служите предателю и трусу? О нет! Думаете, я не знаю, зачем вы заковали меня в цепи? Думаете, я не знаю, кто дергает за ниточки марионетки Сильвио? Да я воевал Наконец-то! Даже не знаю, расцеловать тебе или дать по морде. Может, и то, и другое, на всякий случай. Вижу, ты в порядке. Кто ты? Я Эцио Аудиторе де Ференце. Я спасу тебя. Ха-ха! Мы еще посмотрим, кто кого спасет. А чем это ты? Все туда! Схватите их! Ко мне. Треснуть бы кому-нибудь по харе! Подходите! Посмотрим! Наконец-то стало интересно! Давайте повеселимся! Буду ломать кости! Нам пора. Точно! Здесь, Амико. Нужно разбить Походи. Еще пару голов. Может, обойдемся без кровопролития? Почему? Ты боишься? Нет. Наконец-то проявляю осторожность. Интересно. Их в 100 раз больше, чем нас. Как вам угодно, Белли. Куда идти, Мадон? Здесь господи! Осторожнее с тем великаном. Его зовут Данте. Остальные люди Сильвио жалкие псы, но этот Данте опасен. Подходи, не стесняйся. Смотрите! Наконец-то стало интересно! Давайте повеселимся!
Идем. Только не переутомись. Черные дни. По делам нам за то, что поручили свою безопасность бестолковым. Свобода, как я по тебе скучал. Сильвио поручил своим людям разорить это место. Готовьтесь к бою. Наконец-то стало интересно. Давайте повеселимся. Так, мы уже пришли? Сюда. Следуй за мной. Если тебе дорога жизнь, сдавайся. Ни за что! Отними у человека свободу, и что у него останется, а? Нет, в клетку я не вернусь. Тогда отправишься в могилу! Убейте их! За мной. Тебе не уйти! Посмотрим, на что вы способны! Сюда. Ну и свалку они устроили. Надеюсь, Бьянка не пострадала. Бьянка! Бьянка! Эй, все в порядке? А ты как думаешь? Оглянись вокруг! Бедная Бьянка. Если с ней что-нибудь случилось. Ага! О, любимая, ты жива, слава богу! Эцио, это Бьянка. Бьянка, это Эцио. Польщен? Итак, я знаю твое имя, но не знаю, что тебе нужно. У меня есть дело к Сильвио Барбариго. Сказали, ты поможешь. А, ты окажешь мне честь. Но мы не можем идти против него вдвоем. То есть, я хотел сказать, втроем. Может, у тебя есть какие-нибудь предложения? Я пойду, подготовлю к бою людей. А ты в это время займись вызволением пленников, которых захватил Сильвио. Мы не можем поступиться с совестью и бросить их. Интензи, я немедленно этим займусь. Удачи тебе, Эцио. Внимание! Все торговцы восточными пряностями облагаются новым налогом на содержание арсенала. Об условиях освобождения от налога. Я его нравится. Видел. Он там! За ним! Не горячитесь, парни! Он опасен! Наконец-то нас защитили! Бей его! Главное – дисциплина! Бей его! Тогда мы его и прикончим! Уходи! Не забывайте! Главное – дисциплина! Так, держать, Амико! Сеймар, мы вас за это и любим! Не горячитесь, парни! Он опасен! Уходи! Тогда мы его и... Спасибо за помощь, друг. Если хочешь, мы будем сражаться на твоей стороне. Идем.
Привет. Терпение и не срывайте злость на рабочих. В качестве нашей работы вы можете не сомневаться. Я должен идти. Подходите, да, друзья. Господи, есть клиент. О, мои да, конечно, нет. Святой Урсулы решила украсить свою часовню, так как услуги... Тебе нужна медицинская помощь? Друзья, заходи. Вот, сеньор, расскажите обо мне друзьям. Вон он, ложу! Исцеляют. Я не хочу умирать. Пощадите. Ваш господин... О, кажется, ужасно. Это же... Это тот скрывает. Сохранит вас Пресвятая Дева. Давайте покрутим свиньи. Безумие! Тут ты полоцы! Поставьте меня! Держать, Амико. Цей мату. Но мы вас за это и любим. Мисерикордия! Мисерикордия! Господи, не убивай! Но он учитает тьми! Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! А вот и он! Слава Богу, что вы здесь! Вы вдохновляете всех нас! Отпустите меня! Мы с тобой, друг! Скажи, куда идти? Не отставай! Свежие пиявки! Кому нужно пустить? Одесса, баста! Я уже... После пожара во время фестиваля на площади Сан-Поло... У меня странное чувство. Чудового человека! Вперед, сумасшедший! Меобио, беги! Беги, беги! Вон он! Не упустите его! Спасибо за спасение. Позволь нам также помочь тебе. Сколько честных граждан пало от руки этого подлого убийцы? Боже, еще одна бедная душа.